Новая информация об этом хирурге Тимуре Хайдарове. Ранее я снимала ролик, потому что он сам снял ролик, что на него якобы нападают, хотят убить его, угрожают. Он записал даже ролик, он подал заявление в полицию, что ему угрожают. Там под одобрение Добровинского говорил о том, что на него хотят, значит, на него покушаются какие-то люди. А выяснилось, вот еще одна информация. Оказывается, одна из бывших пациенток Хайдарова сообщила, что ей самой поступила угроза от этого врача. Это какая-то Наргиз Шахабеддинова. Она делала какую-то операцию, там серию операций у этого врача. Он не один, у него есть еще брат, который тоже хирург. Как же его? Атабек Раджабов. А вот эта Наргиз уже 23 года проживает в Норвегии. Она сначала хотела решить мирным путем вопрос, запросить компенсацию от этого хирурга, но ей стали угрожать, что звонок был со скрытого номера, взяла трубку, но даже не дали ответить. Голос принадлежал не Тимуру, а другому какому-то человеку. И сказали, будешь писать иски или жалобу на Тимура, это бесполезно, потому что за ним стоят высокие чины. Ты подумай о своем здоровье, здоровье своих близких и жизни. Вот так она поделилась информацией «Комсомольской правде». Тут я не буду зачитывать все, что тут написано, потому что написано слишком много. Мне это совершенно, как говорится, неинтересно. Но вот факт того, что она обращалась до того, как Слава и Любовь Успенская подали коллективное обращение проверить деятельность врача в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Так что вот так. Новая информация. Тут даже есть... Она сняла свои швы, что у нее что-то произошло. Короче говоря, вот такая ситуация с этим Тимуром Хайдаровым. Он сам из Узбекистана. Вероятно, он учился в САМПИ. Очень, как говорится, плохо, что он своим поведением дискредитировал вот это САМПИ, что САМПИ выпускает вот таких врачей, хирургов, на которых потом подают жалобы. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.